следующем семинаре мы рассмотрим основу физических упражнений, которые составляют необходимую базу для дальнейшего развития в боевых искусствах. Мы коснемся статических и динамических упражнений как собственным весом, так и в паре. Нижнюю акробатику, это кувырки, кувырки во всех направлениях, колесо, самая начальная акробатика. Мы рассмотрим основы самостраховки при падении. Самостраховка при падении будет осуществляться как в паре, так и в одиночке. Будут акробатические связки, которые соединяют и комбинируют кувырки с падениями. Мы коснемся релаксационной растяжки, будут дыхательные упражнения, будут упражнения на развитие сенситивных чувств, то есть работа с закрытыми глазами, работа в темноте. И будут еще затронуты игровые упражнения, которые позволят развить такие качества, как ловкость, скорость и выносливость. Спасибо.